Праздничный сентябрь продолжается. В 31-й школе встречают гостей. Завод тракторных деталей и агрегатов дарит учебному заведению современную мебель. Первоклассники в предвкушении начала урока в обновленном классе. Родители и администрация школы в восторге от ценного подарка. С Бобруйским заводом тракторных деталей и агрегатов мы сотрудничаем очень давно. Это надежные партнеры, отзывчивые люди. Руководство предприятия всегда спешит нам на помощь. Огромное спасибо за внимание и неравнодушие к нашим детям. Обещаем, что наши дети будут учиться на одни десятки за этими партами. Комфорт во время занятий – 50% успеха. 321 кабинет 31 школы не узнать. Свежий ремонт, новые парты и довольные дети. С этого дня 27 первоклассников будут заниматься с научным подходом. Вместе с ребятами растут столы и стулья. Широкая столешница принимает удобный угол наклона для любого вида занятий. Чтение, рисование, письмо – теперь каждый урок у маленьких исследователей будет проходить не только интересно, но и комфортно. Нравится тебе за новой партой? Да. А чем она тебе нравится? Тут можно книжку поставить, положить. Что будешь в отделениях хранить? Ножницы, тетрадь. Карандаши, пенал. Белые банты у радостных первоклашек, красные у новых парт. Для принадлежности здесь встроен вместительный выдвижной ящик с отделениями, подстаканник и крючок для портфеля. По моему мнению, начало нашей жизни, дальнейшие этапы, оно связано с классным, с хорошим образованием. Поэтому мы и приняли решение закупить именно для маленьких деток, которые с самого раннего возраста уже поймут, что такое хорошо, что такое комфортно, что такое удобно, и будут на благо нашей Родины. Сначала учиться, потом работать. Завод тракторных деталей и агрегатов не в первый раз вносит вклад в развитие города. Ремонты в мед и учебных учреждениях, спортивные площадки и современная мебель. И это далеко не полный перечень презентов от предприятия. Елизавета Липеева, Максим Галионко, Бобруйск, 360.